Ты здесь? Илай, ты меня слышишь? Это Дач! Ответь! Прием! Илай! Ах, хрень бесполезная. Иди сюда. Есть разговор. Не успел толком представиться. Все зовут меня Дач. Я пытался разобраться, что происходит. Мы в жопе. Мне удалось выяснить, что твои друзья живы. Пока. Их разделили. Каждого передали в руки одного из членов семьи Иосифа. Ясно, что ты хочешь спасти их. Я тоже терял друзей. Но помощи ждать неоткуда. Когда все узнают, что здесь происходит, будет уже поздно. Уверен, многие захотят сражаться про... А ну вернись! Значит так. Уверен, многие захотят сражаться против эдемщиков, только нужно показать им... Забери пушку из сейфа и зачисти остров, если хочешь спасти своих друзей. Береги себя. Вокруг полно святош. Придурки готовы отдать жизнь за своего лидера-психа. Происходит. Эй! Боден, прием! Прошу!
Дач, слышишь? Это Рэй-Рэй. Что за хрень творится? Мы слышали выстрелы, а до этого взрывы, и клянусь, это был не гром. Бумер никак не успокоится. Сектанты что-то удумали. Долго мы будем их терпеть. В общем, перезвони, как сможешь. И береги себя. Кто-нибудь меня слышит? Организовать сопротивление, ты должен кое-что знать. Есть несколько способов сделать это. Первый. Освобождай тех, кто попал в плен к сектантам. Может, статься, эти ребята поддержат тебя, если помочь им. Второй. Уничтожай имущество святош, оно теперь повсюду. Черт! Да даже на этом острове уже два их алтаря. Третий. Помогай местным. Здесь полно тех, кто сражается с сектой по мере сил. Им пригодится твоя помощь. И последний. Если тебя так и тянет в бой, захватывай аванпосты святош по всему округу. Таким образом, у нас появятся базы, с помощью которых мы дадим отпор сектантам. У меня... по всему острову. Если где-то что-то происходит, я это вижу. Пока что поезжай на юг и убей всех эдемщиков, которые попадутся тебе на глаза, ну и помоги тем, кому нужна помощь. Отбой. Скоро с ними разберемся. Зачем нам вообще с ними возиться? Грешник, лучше выкладывай все, что знаешь. Нельзя противиться воле отца. Я не готова. Вот и мой черед настал. Думал, все будет громадно. Эй, сюда! Спасибо, помощник. Ah!
Эти чокнутые фанатики совсем взбесились. Рекомендую заглянуть в нычку выживальщиков возле лодочного сарая. Там должно найтись что-то полезное для защиты. Я твой должник. Я тут коптильню починил. Можно мясо заготовить? Бог есть земля, природа, а не алкоголь. Генри, я на опушке, где ты заметил следы поджога. Черт знает, чем этот индюк занимался наверху, но сейчас небо чистое. Дым валит столбом. Надо бы взглянуть поближе. Не пойму только, что здесь сектанты забыли. Походу, у этих святош есть один бог. Они прочесывают лес и кричат. Походу, ищут кого-то. Выглядят так, как будто давно не мылись. Еще и вооружены винтовками и дробовиками. Только что мимо проехал целый грузовик таких. Пожалуй, я...
Если захочешь покрасоваться, можешь смастерить себе динамит. К счастью, у эдемщиков есть все необходимые материалы. До связи. Секта схватила какого-то парня у пристани. Если поможешь ему, может, он захочет составить тебе компанию. Боже!
поверить, что попался. Отец! Чем же я такое заслужил? Вытащи меня отсюда. Думал, сдохну тут. Спасибо. Тебя сам Бог послал. Я ему еще... Веди меня в бой. Помощник, раз уж вас теперь двое, отправляйтесь к центру службы охраны лесов. Он кишмя кишит сектантами, они хранят там свою паскудную блажь. Убейте их всех! Пусть святоши знают, с кем имеют дело! Гляди, там эдемщики. Иду. Но все же недостаточно. Без проблем. Ну, я дошел. Эй! Иду туда. Что творится? Чего ты разбежишь там? Вы нарвались. Они покойники. Я вот туда. Никак нет. Проредим стадо! Будет сделано. Все, конец тебе. Извини, никак. Отлично поработали. После такой головомойки святоши вряд ли вернутся. Пока вы там, осмотритесь. Может, есть выжившие. Я знаю, чем все. Так, прикройте! Если я умру, то умру достойно. Помоги, прошу. Я чуть было не погиб. Спасибо. Так, я готов. Думал, червей кормить буду. Сектанты уже не первую неделю ошиваются вокруг острова. Похоже, они хотят обустроить базу на старой станции рейнджеров. Ладно, как скажешь. Я на месте. Понял.
Я тут. Я готов. Есть. Я тут. Ага. Я иду. Я засек эдемщика. Правда, спасибо. Добрый день. Ну ни хрена себе. Восхищаюсь тобой. Похоже, ты куда круче, чем мне казалось. Возможно, тебе удастся повести за собой сопротивление. Дальше надо разобраться с радиосигналом. Моя сибирация накрылась, и я не слышу никого за пределами острова. Наверное, радиовышка на южном берегу вышла из строя. Сможешь проверить? Нет, даже не знаю, как тебе помочь. У СИДов нет никаких прав на станцию. Тем более, земля принадлежит штату. Ты говоришь, их люди шарятся вокруг, делают замеры и все такое. Ладно, как скажешь. Я на месте. Понял. На месте.
Делаю. На месте. Я знаю, о чем ты думаешь. Нет, тебя никто не заставляет забираться на вышки, не переживай. И смотри, не упади. Иду, прикрой. Запросто. Смерть придет из ниоткуда. Меняю позицию. И сможем вытащить тебя с острова. Не дергайся, ждать осталось недолго.